И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и вы на канале Family Play TV. Подпишись скорей на Family Play, и сегодня поиграем в карты Roblox. Побег из фитнес-центра! Ну что ж, люблю позаниматься спортом. Ты любишь заниматься спортом? Конечно же, люблю. Я хожу на танцы же. 4 раза в неделю. И у меня всего 3 выходных от танцев. Так, да. И поэтому мне заниматься нравится. Когда будешь тут худеть? Ну ладно, что делать? Да я и так вроде бы. О, смотрите. Тут уборщик, а кто-то потеет. О, смотрите, кто-то занимается. И он говорит, помоги. И тут говорит, помоги. Что такое? Мне вроде бы нравится этот центр. Только тут, конечно, все разлитое, но ладно. О, можно взять? А, нет, почему-то нельзя взять. О, здравствуйте. О, а? Все равно нельзя. Здрасте. Так, я ниже не сохранилась. Итак. Давай. Как это называется? Подтягивайся. Ну, зачем? А тут помоги мне. Видимо, он не может подтягиваться. Жалко. О, а тут гантели. И, кстати, ребята, напишите комментарий, вы, ну, подтягивались ли вы? Или вообще умеете подтягиваться? Смотрите, ему тяжело. Но с кем-то так бывает, кому-то тяжело, кому-то легко. У каждого по-разному. Угу, тут надо пройти, но странный фитнес-центр. Ну, видимо, это такой тренажер, просто прыгать. О, смотрите... Давай, ну, знаете, такие, я забыла, ну, в боксе используют. Да, конечно, испытание. Давай! Как? Видели, я не задевала, давайте, когда будем вид сверху смотреть. И поаккуратней, смотрите. Видите, какое расстояние? Как? Я не задевала ничем. Странно как-то это все. Очень странно. Ну все. Вроде бы получилось. И опять эти гантельки, только они лежат. И надо пропрыгать. Да что такое за занятие? Только прыгать и прыгать. Ну ладно, я же пришла посмотреть, что за фитнес-центр. И сбежать с него. Это что, мини-гантельки? О, как раз для меня. Ха. Большие мне подтягивать не надо. Это слишком уж чересчур. А куда мне идти? Выбери правильную дорогу и узнаешь. Ну, мне кажется, на это точно не получится. Поэтому иду туда. Надо аккуратнее. Так, идем сюда. Да, я выбрала правильный путь. О, смотрите, кто-то пришел в фитнес-центр и ест бургеры тут. Лучше бы... Что это такое? Я просто прыгал, у меня вот так, и все. Что это такое? Итак, аккуратненько надо. Обязательно. Знаете, зачем надо аккуратненько? Ну, вы сами понимаете. А вот как раз эта лесенка. Но по ней даже нельзя взобраться. Кстати, все бегают, все потеют. И так далее. Да, конечно, я с собой на тренировку никогда не брал бургера.
если только йогурты иногда. Ну, знаете, в таких, типа, как для малышей, вот так. Только там йогурт лежит. Наверное, все уже знают. И нам разрешают такие перекусы брать. И поэтому я их беру. Но иногда все-таки не разрешают. Я прошу, и не разрешают все равно. О, смотрите, это, по-моему, все пот. Нет, я не хочу к нему. Ты тоже попал сюда. Не переживай, мы выберемся как-то. Да, вроде бы пришла фитнесом заниматься. А тут, знаете, что есть? Хот-доги, котлетки из бургера, потом бекон, курицу, потом опять котлетки эти. Вот меня бекон смущает. И хот-дог. Котлетки нет, не особо. Потому что я их ем тоже, но не из бургера. Бургер, ну, я только по праздникам или, ну, в очень редкие дни. Прям в такой день, когда мы, ну, идем там за школьными вещами, например, покупать, но просто так мы не едим. Ну, там, например, когда мы пошли в магазин, и нам захотелось есть. В этом случае мы иногда заходим за бургерами, потому что мы хотим есть. Фу! Тебе надо поплавать обязательно, поэтому попрыгай. Плавать и прыгать. Очень странный тренер. О, как раз конец. Так, нам еще совсем осталось, ну, чуть-чуть. О, мы как раз и не упали, и не рассыпались, а это очень-очень хорошо. О, смотрите, это же баскетбольные мячики. Пролезь через баскетбольные мячики. Да, легко. Надеюсь, то, что я с первого раза это пройду. А не как с этими с боксерскими штуками. А, сейчас устроим это. Ой, это что ты? У меня иди. Я поставила, ну, вот так. Да, вы видели? Я просто держу. Но у меня вот так трясется. Да что ты такое? Я просто держу прямо мышку. Что это такое? Я же так не делаю. О! Что? Меня теперь это еще сильнее смущает. Ну, это же легко. Здрасте. Так-так-так-так-так-так-так. Все. Теперь мне надо еще и дойти. Взять эту штучку. Итак, теперь мы точно все прошли. Нам можно все взять. Я возьму попрыгунчик. Уи-ху! Так, я возьму радужную штуку. Кстати, как мы можем сделать? Не так? Так, а что это такое? Это черный. Так, я еще раз сделаю так. Нет. Нет. Мне так нравится прыгать. Это так прикольно. Мне кажется. Что оно так трется? Белый. О, мне нравится это. Не, все равно нельзя. Итак. У-ху! Но это все долго. Скажите, да? Это все очень долго. Итак, я хочу пройти только вот эти все уровни. Ну, конечно же, не получится у меня залезть на все-таки... Может быть, получится, но все равно. У меня получится... Класс! Мне пришла вот такая штука. Ух, аккуратней. А так, в принципе, пока у меня все нормально действует. Хм, специально для таких... Ребята, что с нами? У нас голова просто... Вы видели как? А тут мои штуки. Итак, давайте что-нибудь возьмем, например. О, вот это мне нравится очень сильно тарелка.
вот так запускаешь сначала ее в начале, потом отходит она. Потом, смотрите, она просто становится большой. Просто мы на нее садимся. И мы можем на ней летать. Это так круто, скажите. Может быть, кому-то это не нравится, но мне это нравится. Вот, мне нравится самый конец, потому что разные вот такие инопланетянские, например, штуки. Только если ты слетишь, то она больше, ну... Может, конечно, взлететь. Но именно на том месте, где ты спрыгнул. Итак, я попробую вот так вот просто все пролететь. Давай, ты что не летишь? Все такие думают, о, как это она сделала. Да легко, просто все прошла и все. Так, иди. Все. О, у меня есть быстрота. И я просто упал. Ну что ж, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Вы были на канале Family Play TV. Подпишись скорей на Family Play. И всем пока-пока.